Всем привет! Сегодня я подготовил небольшой обзор почтовых марок Северной Кореи, которые я приобрел по случаю на интернет-аукционе. В этом обзоре я вам покажу 4 почтовых блока, посвященных зимней Олимпиаде, которая проходила в городе Сараево в 1984 году в тогда еще Федеративной Республике Югославия. Первый на очереди такой вот симпатичный почтовый блок со снежинками, слева эмблема Олимпиады в Сараево, а в центре две марки с портретами спортсменов. Слева это шведский лыжник Томас Вайсберг, который завоевал на той Олимпиаде 2 золотых медали, а справа финская лыжница Мария Лиза Хамелайнен, завоевавшая целых 3 золотых медали на той Олимпиаде. Следующий почтовый блок, по-видимому, входит в комплект с предыдущим, потому что, как вы можете видеть, абсолютно одинаковое оформление. Но единственное отличие, конечно, что вот на этом блоке 3 марки уже вставлены с изображением лыжников. На центральной марке изображен швейцарский спортсмен Макс Жулен, который стал олимпийским чемпионом в слаломе. Сверху изображен финский летающий лыжник Матти Нюкенен, который завоевал золото в прыжках с трамплина. И на нижней марке изображена швейцарская спортсменка-горнолыжница Мария Валлезер, которая на той Олимпиаде завоевала серебряную медаль. Продолжаем. И на смену горнолыжникам и летающим лыжникам приходят стреляющие лыжники, а именно спортсмены-биатлонисты. На этом блоке изображен спортсмен из Федеративной Республики Германия Петер Ангерер, который завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров. Ну и завершающий блок, также посвященный спортсменам-биатлонистам, которые участвовали в зимних Олимпийских играх в Сараево. Но здесь уже без привязки к определенным личностям, просто спортсмен, который прицеливается и готовится произвести, без сомнения, точный выстрел. На этом я заканчиваю свой обзор. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии. Всем пока, берегите себя!